Друзья, всем доброе утро. Мы находимся в отеле Jazz Aquamarine. Я вам хочу показать завтрак. Бончики, блинчики, круассаны. Вермишель с молоком. Не знаю, что. Фасоль. Сосиски. Египетская мусака, картофельное пюре, помидоры, тосты, фрукты. Йогурт с шоколадом, смешанный с йогуртом. Йогурт с овсом и клубникой. Дыня. Грейпфрукты, фруктовый салат, сухофрукты, разные йогурты. Яйца, сосиски, кускус. И колбаски, пуль. Full vegetables, full с овощами и full масло и с овощами. Тут фалафель. Микс из овощей. Бекон говяжий. И снова яичница, хлеб, выпечка, булочки, овощи, сыры, колбасы. Чай, кофе для деток, отдельное место для деток тоже, смотрите, отдельно все, классно. И еще будет на улице чуть-чуть. Thank you.
Ну и на улице тоже яичницу жарят. И что тут еще есть? Уже нет. И напитки. Вот завтрак я вам показала, сейчас направляюсь в номер, потому что нас должны забрать, и, может быть, сегодня мы улетим, потому что вчера никто никуда не улетел, нам отменили полет, и мы остались, нам предоставили этот отель, и мы остались еще на одну ночь в Египте. Отель красивый. Ну все, оставайтесь с нами, будем путешествовать дальше вместе. Все, пока-пока.